Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы видите, сегодня пришла мне очередная посылка с Китая, с Алиэкспресса. Что хочу сразу сказать. После того, как я купил себе штатив, показал его своему товарищу по моделизму, ему он очень понравился, и я заказал для него такой же штатив. Но что самое интересное, как видите, пришел он просто упакованный в целлофан, перетянут он простой клееночкой, без коробки, без ничего. Вот такой штатив. Вот. Почему я снимаю это видео? Потому что штатив заказал немножко другой. Друг попросил, чтобы я ему заказал меньшим размером, чем у меня. У меня метровый штатив, а этот должен быть где-то 65 сантиметров. Но опять же, как раз фотографировать модели самое то. Я уже своим штативом пользуюсь месяц, мне он нравится, хоть с виду пластик и немножечко дешевый, но я скажу вам, если аккуратно пользоваться и с руками, то все не ломается. Такой вот штатив, кстати, неплохого качества. Даже приехал он в мягкой упаковке, с ним ничего не случилось при транспортировке. Вот штативчик. Он и в сложенном состоянии сам по себе меньше моего штатива. Где-то меньше на мой, вот в сложенном состоянии 28 сантиметров, а этот сантиметров 24. Вот, друзья, вот такой вот штативчик. Так что рекомендую, ссылку дам под своим видео. Вот. Хорошие штативы, можно и на природу взять с собой, поснимать что-то. Можно и модели фотографировать, и для домашних целей использовать. Довольно-таки неплохие штативы. Говорю, пришел уже второй штатив, в принципе целые, не поломанные. Свою роль они хорошо исполняют. Ну, спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, кому понравится данный штатив, вы их закажете. Ну и как раз посмотрите перед этим, что они из себя представляют. Все, спасибо, друзья.